Если я задам вам вопрос, с сегодняшнего утра, с момента, когда вы проснулись, и до текущего, сколько из четырех измерений деятельности вы осуществляли осознанно? Как вы думаете, какой процент? Значительно ниже 1%. Если вы пройдетесь туда-сюда, будет 25 разных видов запахов, которые вы не осознаете, но их регистрирует и запоминает ваше тело. Есть 100 различных видов звуков, которые регистрирует тело, которые вы тоже не осознаете. Это происходит и днем, и ночью в состоянии бодрствования и во сне. Если вы осознаете менее 1% своей деятельности, определенно ваша жизнь будет казаться полной случайностью. Когда 99% того, что вы делаете неосознанно, будет точно казаться, что жизнь — это сплошная случайность. Если случайность... Видите ли, иногда случается, что кто-то падает, идя по улице, и получает черепно-мозговую травму. И после этого чудесным образом возрастают его математические способности. Но это только один случай. Тысячи других людей, которые проломили себе череп, так полностью и не оправятся от этого. Или умрут. Способности тех, кто выжил, сильно уменьшится. Так что надеяться на волю случая не способ жить. Так вот, всякий раз, когда случается что-то приятное, мы говорим «это судьба». Некоторые из вас даже говорят, что это делает с вами Бог. Мы не знаем, что проходит мимо нас, и что-то может случайно получиться тут или там, но жизнь так не работает. Если человек не берет на себя ответственность за создание собственной судьбы, ну, они должны были... У них все еще есть эволюционные сложности. Они все еще не полностью эволюционировали, потому что быть человеком означает, что мы можем прожить нашу жизнь осознанно. Быть человеком означает, что мы можем создавать жизнь такой, как мы хотим. Но этот бизнес под названием «судьба» — хорошая страховка на случай вашего провала. Когда вы терпите неудачу, это судьба, это Божья воля. Это происходит уже достаточно давно, но это не фундаментальная природа этой культуры. В этой культуре мы учили вас, начиная с древних времен, что ваша жизнь — это ваша карма. Мы говорили вам так или нет? Никто не говорил вам, что там, наверху, есть Бог, который будет делать с вами что-то. Мы всегда говорили вам, что ваша жизнь — это ваша карма. Это означает, что ваша жизнь — это ваше творение. Никакого влияния звезд на вас. Это вы. Что бы ни происходило, на нас может оказываться миллион различных воздействий, но то, что мы с этим делаем, это все еще мы, не так ли? То, что приготовило нам жизнь, не в наших руках. То, с чем мы встречаемся, не в наших руках. Но то, что мы делаем с этим, на 100% в наших руках.